Замка было предложено пройти для составления инспекционного протокола. Она отказалась пройти. В соответствии с чем была применена физическая сила, она доставлена в служебное помещение для составления протокола и вызван наряд полиции для дальнейшего доставления в УВД. По какой причине она была задержана? По причине того, что она нарушила порядок нахождения в суде. А что она сделала? Исполнила законное требование судебного пристава. Какое? Все остальные свои вопросы можете потом будете создать через пресс-службу Главного управления полиции спорта.